Друзья, всем привет! Давайте в этом видео вернемся в летнюю саванну и понаблюдаем здесь интересные сцены. Вот знаменитый львиный пляж. Львы отдыхают. Это, видите, тем летом, когда снималось видео, много было львов в крымской саванне. И вот, это одно из самых их излюбленных мест, главного прайда, львиный пляж. Здесь они проводили большую часть времени, потому что сейчас главный прайд немножко у него другое излюбленное место. А раньше много лет подряд был вот львиный пляж. И мы видим, что этот черногривый красавчик начинает ухлестывать за дамами, которые не особо-то довольны его вниманием. Мы видим, порыкивают на него. Так, с этими не получилось. И наш красавчик решил продефилировать дальше, увидев львицу впереди красивую. И вот двинулся такой весь упитанный за ней. И сейчас будет интересная сценка, друзья. Как говорится, не моргаем. Оп-оп-оп, оба! Тигр решил поиграть в догонялки со львом, но тот даже не отреагировал, а просто пометил вольер.